Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкарубська. Ми раді вас вітати напередодні новорічних свят від цієї нашої постановчої групи. І сьогодні поговоримо про безпеку, безпеку наших дітей під час шкільних канікул, тим більше, що зараз святкові канікули, вони довгі, і щоб не затмарити це свято якимись неприємними випадками, то послухайте, залишайтеся разом з нами. І багато інформації з цього приводу нам готова надати Ганна Євгенівна Гаврилова, інженер з охорони праці Миколаївської загальноосвітньої школи інтернату номер 7. Доброго дня вам. Доброго. З наступаючим святом, по-перше. Спасибо вас також. Отже, тема нашої розмови сьогодні з вами така і передсвяткова, так би мовити, і турботлива, так. Отже, на що повинні звернути увагу батьки, які залишають своїх дітей під час шкільних канікул вдома, як зробити небезпечним оцей канікулярний період? Я поняла, да. Приближаются рождественские и новогодние праздники. В связи с этим учащаются случаи травмирования детей, так как у них высвобождается определенное количество времени, они мало чем заняты, и поэтому нужно им чем-то заниматься, как-то себя реализовывать. Родители должны учитывать темперамент своих детей, их характер, их специфику, какой это ребенок, последливый, или это шалунишка, которому нужно постоянно двигаться, и уже с учетом этой специфики просчитать риски. Такого вот рецепта, чтобы дать стопроцентного и минимизировать все риски, на сегодняшний день нет, потому что, уходя из дома и оставляя своего ребенка один на один в быту, мы не можем проконтролировать все до последней мелочи. Поэтому, чтобы обезопасить ребеночка и быть спокойным, это нужно родителям постоянно быть на связи со своим ребенком. То есть контролируйте его. Уходите утром на работу, если нет бабушки, дедушки, можно соседку пригласить, которая присмотрит за ребенком. Если нет такой возможности, то уходя на работу, приготовьте ему завтрак, покормите ребеночка. Если ребенок не умеет пользоваться газовой плитой, можно разогреть ему еду, эту еду завернуть в фольгу бумажную или в термопакет, оставить это на столе, и он может спокойно поесть. Зараз, мне кажется, нам трішечки легше, ніж нашим батькам було, залишаючи нас. Конечно. По-перше, є мобільний зв'язок. Конечно. Ми завжди на зв'язку з своїми дітьми. Да, да. По-друге, є ті самі мікроволнові печки. Это тоже опасность. Вони... Если микроволновая печь, научите, что в какую посуду положить. Так, але якщо роз'яснити і провести інструктаж, якщо дитина при нас спробує це зробити, то можна розігрівати, не користуючись газом, і це набагато безпечніше. Да. Ну, не у всіх є мікроволновки, тому газова плита у всіх є. Мікроволновки – ні. Не у всіх. Тому, да, якщо є мікроволновка, термос або за загортати все ж таки. Да, да, если умеет, то пожалуйста. И пусть вот при обучении, да, пусть ребенок это проделает несколько в вашем присутствии несколько раз. То есть один день, второй, третий, четвертый, вы уже видите, вы уверены в том, что действия его четкие и конкретные, и только после этого вы спокойно можете ему доверить эту процедуру проводить самому. Если ребенок умеет пользоваться газовой плитой, это тоже замечательно и хорошо, потому что мы в свое время умели, я помню, как по себе, я уже в 10-11 лет умела зажигать, меня научили. То есть тоже эту процедуру пусть ребеночек проделает несколько раз в присутствии взрослых. Если длинные волосы у ребенка, их нужно убрать, чтобы мама сделала косичку, хвостик, чтобы ни в коем случае, когда ребенок будет делать эту процедуру, не подпалил себе волосы. Вот. Оставляя одного ребенка, обязательно на листе бумаги напишите ему телефоны экстренных служб. То есть 101 МЧС, 102 полиция, 103 медицинская помощь, 104 служба газа. И напишите, что должен ребенок говорить в том или ином случае. Это фамилия, имя, адрес обязательно и этаж, на каком этаже находится. Некоторые родители
уходя на работу, и во избежание того, чтобы ребенок не открыл двери посторонним людям, берут его и закрывают на замок, не оставляя ключи. Этого делать категорически нельзя, потому что, упреждая одну опасность, они создают другую опасность. Если возникнет, да, замкнутое пространство, вы правы, начинается какой-то пожар или где-то начал травить газ, ребенок не может выйти. Вот как поэтому, себе палка с двух... Да, палка о двух концах. И так нельзя, и так опасно. Uh-huh. То есть это тоже нужно учитывать. И постоянно, чтобы ребенок, если что-то произошло, чтобы постоянно ребенок мог позвонить или маме, или папе, бабушке, дедушке, той же соседям, или каким-то близким родственникам или друзьям. Научите ребенка, чтобы он не открывал двери посторонним людям. Сейчас часто практикуется то, что вот приходят незнакомые люди, стучат, представляются сотрудниками различных фирм. Ни в коем случае ребенок не должен открывать двери никому, даже сотрудникам правоохранительных органов. Если такое происходит, ребенок сразу же должен набирать телефон родителей и оповестить их об этом. Але спочатку провести інструктаж, спочатку дзвониш, а потім вже, якщо я дозволю, відкриваєш. Ні в коєм случае. Але... Даже якщо родители не можуть такого дозволити, вони не знають, хто прийшов, хто там за тими дверима стоїть. Тому що можуть відкрити, а потім ніби зателефонувати. Звісно, да, да, да. Краще взагалі нікому не відкривати, нікому, прийду никогда. Додому, тоді... Да, да. Прийде мама з папою домой, і тоді ви прийдете, все. В крайнем случае, эта служба, если это служба, она может оставить записку в дверь, положить, оставить и уходить. Все. Но ни в коем случае ребенок не должен открывать дверь. У нас был случай, вот мы как раз на уроке ОБЖ рассказывали, как по подъезду ходили представители каких-то правоохранительных органов и стучали в двери ко всем. И спрашивали там про какого-то мужчину, дайте информацию о таком-то, таком-то мужчине. А наш учитель ОБЖ выходит и говорит, я увидела, стоит девочка лет 14, открыла двери настежь, не зная кому, кто это, что это, и им полностью всю информацию выдает о человеке. Я, говорит, потом говорю, как ты можешь, ты не должна открывать дверь, ты не знаешь, кто это, что это. Ну хорошо, они тебе представились, я тоже могу представиться кем угодно. И открыла дверь, заходи, делай все, что хочешь. Поэтому... Ніколи не можна дітям відкривати двері, якщо немає рядом взрослих. Це незвичайні канікули, це, це канікули святкові, і в кожному домі, будинку, квартирі, оселі буде ялинка. Це 100%. І от які правила безпеки треба дотримуватися при встановленні ялинки, щоб нашим дітям було безпечно? Значит, первое, это ель никогда нельзя ставить в местах выхода из помещения. Устанавливать елочку надо на стойкой, надежной основе, железной, металлической. Если нет такой платформы под елочку, значит, ставим ее в металлическое ведро, засыпаем песком, фиксируем основу ели тяжелыми камнями, и нужно следить, чтобы песок в ведре был влажный. Если он высыхает, нужно его увлажнять водичкой. Нельзя на елочку украшать елочку легковоспламеняющимися материалами и игрушками. Это вата, марля, целлулозные игрушки. Также строго запрещается зажигать на ели бенгальские огни, свечи и направлять в сторону елочки хлопушки. Это строго запрещается. Если мы украшаем елочку гирляндами и вообще наше жилище украшаем иллюминацией. У нас такая красуня, да, стоит. Да, красуня у вас стоит, украшена лампочками. Значит, обязательно нужно посмотреть сертификат качества, если вы приобретаете эти гирлянды. Проверьте места соединений лампочек. Проверить нужно электрические провода, вилку. И дома, когда вы пришли, тоже проверьте все розетки. Кстати, что касается деток дома одних, тоже родители должны проверить все розетки и убрать с поля зрения детей все опасные предметы, в том числе и электрические. То есть проверили, если все хорошо, можно красуню наряжать и украшать наше помещение. Под елку положить можно в целях безопасности пару пакетов с песком или поставить ведро воды. Это на всякий случай, чтобы было, поблизу было. Чтобы поблизу было, да. Если вдруг вот такие украшения, как дождик, у вас нет, но некоторые вешают такой дождик, да, из фольги.
Вот этот дождик может вызвать короткое замыкание в том случае, если из электрической гирлянды вываливается лампочка из доэлектрического гнезда, туда попадает дождик, короткое замыкание от искры, может это все загореться. Что делать в этом случае? Обязательно обесточить нужно, прежде чем начать тушить возгорание, это нужно обесточить. Выключаем из розетки гирлянду. Если нельзя выключить из розетки гирлянду, мы тогда идем к счетчику и выкручиваем пробки, выключаем пробки. Только после этого можно начинать процедуру тушения возгорания. Так, следующее, что хочется сказать, это чтобы родители никогда не оставляли маленьких детей наедине с включенной елкой и с включенной иллюминацией. Никогда не позволяйте детям самим включать и выключать иллюминацию. Это вот такие основные правила. И щодо модных зараз піротехнічних засобів. Я взагалі-то, наприклад, противник них, тим більше, що більшість з них продається без сертифікатів, да. просто да. на ринку. І да. Наші діти чомусь за спокійно можуть багато хто придбати. А деякі батьки самі купують і дають дітям в користування. Щодо цих піротехнічних засобів, навіть якщо вони сертифіковані, навіть якщо вони ну, в новорічну ніч разом з батьками користуються, які правила існують щодо їх користування? Да. Ну, прежде чем купить піротехнічне средство, я хочу немножко розказати вам вообще, що вони з себе представляють. Піротехнічні средства діляться на 5 класів опасності, тому що всі вони в своєму составі содержать порох і сіру. К первому класу опасности относятся пиротехнические средства, бенгальские огни, свечи, хлопушки и фонтаны холодного огня. Фонтаны холодного огня – это те свечи, которые мы с вами используем на наших праздничных тортах. Зона уражения, зона поражения – 0,5 метра. Ну, то есть это мы с вами должны специально туда засунуть палец или к себе, к волосам приложить, чтобы у нас получилась травма. Следующий класс пиротехники – это петарды и фейерверки наземные. Зона поражения – 5 метров. То есть петарды – это опасная вещь. Зона поражения – 5 метров. Третий класс опасности – это уже батарейные салюты и ракеты, которые мы все сильно любим. Зона поражения опасная – 20 метров. То есть покупая фейерверк своему ребенку, обязательно посмотрите, но в сертификате всегда должен прописываться класс опасности. В инструкции этого нет, а в сертификате качества, если это сертификат качества, то всегда прописывается класс опасности. Покупая своему ребенку пиротехническое средство, нужно обязательно посмотреть на целостность упаковки, чтобы она была без вмятин, надрывов, надрезов. Потому что если целостность упаковки нарушена, такой фейерверк может себя непредсказуемо повести. Он может или раньше сработать, или вообще не сработать, или может полететь не в ту сторону. То есть эти факторы нужно учитывать. Перш за все, це безпека наших дітей, здоров'я. Звісно, да, да, да. Тому я, треба, кстати, звертати я зараз увагу на це. Вот. И запуская фейерверк, нужно учитывать зону расположения, где мы его запускаем. Пускать фейерверки строго запрещено вот в наших дворах, возле подъезда. Все любят запускать фейерверки. 20 метров должно быть от подъезда, от балкона. Это минимум. Смотрите на то, чтобы не было линий электропередач, электрощитовых, чтобы не было машин поблизости, животных и людей, потому что все это может нанести травму, если не нам, то ближайшим соседям и другим людям. Обязательно учитывать. Можно так подпалить кому-то речи на балконе. Да, подпалить кому-то, да. Знаем мы такие случаи, когда запускались ракеты, пиротехника работала, и совсем люди, которые не имели к этому никакого отношения, они просто пострадали. Или машина, допустим, может пострадать. То есть учитывать нужно эти факторы. При запуске пиротехники третьего класса, вот второй и третий класс пиротехники мы используем на улице. Хорошо ее нужно фиксировать. Или скотчем зафиксировать, или камушками, чтобы при сработке она не упала. Если пиротехника не сработала,
Не нужно бежать сразу стремглав и смотреть, почему это случилось. Потому что в цей момент вона може спрацювати. Конечно, просто. Да. Может или порох отсыревшим быть, или фитиль может тлеть долго. И в тот момент, когда подбежали, вы наклонились, оно как раз сработка пошла, получилась травма. Угу. Больше всего травма – это, конечно, лицо и предплечье, большинство травм. Что касается петард, второго класса опасности. Петарда, це взагалі, я вас перебью, це дуже якась така сумнівна розвага. Ну, красоти від них ніякої, тільки ніякої, що. І більшість що, дітей їх використовують. Ну, страшно дивитися, і коли звертаєш увагу дітей на це, коли вони починають кидати ці петарди собі під ноги просто. Да, 5 метрів зона пораження. От, пожалуйста, він йде, він її бросив, він навіть не подумав о том, куди він бросив і кому причинив. Він навіть не знає цю зону пораження, на скільки метрів вона може вибухнути, ця петарда, кому вона може причинити зло. Поэтому родители, от зараз смотрю, діти бегают по рынку и спрашивают везде, у вас петарды есть, у вас петарды есть, детям по 10-11 лет. Вот мне хочется спросить у родителей этих детей, они вообще в курсе, что дети бегают, ищут петарды, куда они тратят деньги, родители задают вопрос. Я показывала на всеобщем школьном инструктаже по технике безопасности нашим детям видеоролик, о случае, который произошел с казахским мальчиком, тоже вот так по легкомыслию, просто вот по такому поведению легкомысленному, он решил побаловаться петардой. Там у ребенка ничего не осталось, там лица нет, там глаз нет, там врачи его спасают, хотят спасти ему зрение, это просто невозможно, там вместо глаз просто две щелочки осталось, все сгорело. Это вот было от петарды. Поэтому ни в коем случае не носить петарды в карманах. От трения это порох, от трения они взрываются. И можно получить тяжелую травму, хотя этому родители не придают никакое значение. Вважают, что это просто развага. Да, вважают, что развага, а на самом деле это опасно. И этому нужно придавать значение и заострять на этом внимание. Ну, сподіваємося, что не будет таких випадків страшных з нашими дітьми, хоча для цього потрібно їм постійно повторювати ті правила безпеки і пояснювати наслідки від того, що вони роблять. А про що ще треба згадати дитині про поведінку на вулиці, поблизу річок, яких в нас дуже водойм багато, і на проїжджих частинах, адже вони також в канікулярний період там залишаються самі, тому що батьки на роботі, а залишаються, наприклад, гуртки, або пішли до когось у гості, або просто вийшли на вулицю. Про що треба нагадати? От які чітко пункти проговорити дитині, щоб, ну, хай це не дасть 100% спокій мамі і тату, але все ж таки, про що треба повторювати постійно? Ну, это самое первое, о чем сейчас мы говорим и в нашей школе, и заостряем внимание на родительских собраниях, и проговариваем эту тему и с детьми, и с родителями. Это взрывоопасные предметы. Мы проводим специальные инструктажи с целью предотвращения, то есть научить детей тому, чтобы они никогда не брали в руки и даже не приближались к предметам, которые вызывают какой-то очень живой интерес. Uh-huh. Это могут быть различные игрушки, различные красивые коробочки, замаскированные. Просто залишені. Да, оставили, да, их оставили, замаскировали, и ребенок может подойти и схватить. То есть ребенка нужно научить тому, что когда он идет один, он ни в коем случае, даже если увидел что-то красивое, не должен приближаться к этому предмету, проходить мимо него. Вот второе, что хочется сказать, это соблюдение дорожных правил, правил дорожного движения. И мы, и дети, должны научиться предвидеть скрытые опасности. Что значит скрытая опасность? Это то, что не видно для нашего глаза на первый взгляд. Допустим, при переходе улицы стоят машины вереницей, угу, или какие-то кусты, заборы, какие-то сооружения, из-за которых может резко вывернуть транспорт и создать дорожное такое происшествие. То есть, если есть такая опасность, нужно выбрать такой участок дороги, где направление движения будет просматриваться в оба конца. Если нет такого участка дороги, значит, аккуратненько, осторожно, из-за помехи мы выглядываем, удостоверились в том, что нет, ничего нам не угрожает, и только в этом случае можно переходить дорогу.
Следующее, это, как ни странно, светофоры. Научить ребенка переходить на зеленый сигнал светофора и запомнить, что зеленый сигнал светофора – это не всегда гарантия безопасности. Все равно треба звертати увагу, да, тем более на рух сейчас, машин. Да, тем более сейчас, вот даже я наблюдаю, когда на один и тот же сигнал светофора, который горит и мне, и водителю вот на перекрестке, мое преимущество – должен меня водитель пропустить, а он передо мной – едет на полной скорости, не останавливается, хотя должен остановиться и пропустить. Он не останавливается, едет дальше. Ребенок, он как думает, что я маленький, меня пропустят дяди и тети. А дяди и тети в этот момент могут разговаривать по телефону, могут отвлекаться на громкую музыку включают. Поэтому они тоже могут потерять контроль над ситуацией. Може статися так, що водій просто не зможе контролювати рух машини. Да, да. Он отвлекается на эти все действия, он не видит. Он видит, что ему зеленый свет, и он горит, и он едет. Поэтому научите ребенка, даже если он на пешеходном переходе, даже если вот горит зеленый сигнал светофора, всегда убедился, что нет помехи, и только в этом случае переходить дорогу. Угу. Следующая помеха, опасность, в чем кроется, это в арках. Никогда нельзя выпускать детей, чтобы они бежали впереди взрослого. Из арки выезжает машина, водитель нас не видит, мы не видим водителя. И получается несчастье, трагедия. Переходя дорогу, держать ребенка всегда крепко за руку, потому что ребенок так устроен, что он возлагает полностью контроль за ситуацией на взрослого. Если дорослый поруч. Да, да, да. Если дорослый поруч, он, конечно, думает, мама с папой, они все контролируют, они видят. Ребенок отвлекается на посторонние звуки, посторонние шумы, посторонние предметы, пребывает где-то в своих мыслях. Он может не заметить транспорта, вот в этом состоянии он может вырваться вперед, едет транспорт и случается происшествие. Поэтому перед тем, как подойти к пешеходному переходу, обязательно крепко нужно держать ребенка за руку. Как вести себя, если перекресток неуправляемый? Нет там ни пешехода, ни светофора. Переходить по диагонали строго запрещается. Иногда можно такое видеть, как по диагонали переходят, чтобы сократить путь, по диагонали переходят перекресток. Только под прямым углом по тротуару он переходится. Пусть у вас идет на минуту больше времени, но вы будете целы и здоровы. Ну, вот. Но это вот такие правила на дороге. А что касается на реке, вот, да, лед, когда мы пойдем... Льоду в нас поки що немає, але все ж таки наперед, так взагалі до річок не виходити, тому що зараз нема чого там дітям робити. Да, конечно, но вот как начнутся немножко морозики... И он начнет вставать, то всегда же мы видим, да, и рыбаки там у нас сидят, и дети выходят, некоторые катаются. То всегда нужно помнить, что зона возле берега, лед всегда очень тонкий, и это самая опасная зона. И прежде чем выйти на лед, нужно посмотреть его толщину, проверить. Лед 5-7 сантиметров имеет зеленоватый оттенок. И на нем нельзя ничего. На нем можно просто встать, постоять и тихонечко уйти. А краще просто помилуватися його зеленим. Помилуватися, да, з берега и уйти. Лед самый прочный – это синий лед и прозрачный. Вот на этом льду уже можно устраивать и катание, и рыбу ловить, и на санках кататься, на лыжах. Этот лед имеет толщину 20-25 сантиметров. Поэтому он безопасен. При выходе на лед – никогда нельзя пробовать его прочность ногой. Угу. То есть, как у нас водится, ногой ударил по льду, вот, и пошел. Так делать нельзя. Нужно брать длинную палку впереди себя, потрогать, 2-3 раза ударить. Если вода появилась на льду, то значит идти нельзя. Добре. Я сподіваюся, що та вся інформація, вона дойде до наших глядачів, і наші діти проведуть канікули в безпеці. Ну і в нас передноворічний ефір майже, вже почалася та хвиля передноворічна. І хотілося б, щоб ви просто ще побажали нашим глядачам, як гість нашої студії, що б хотілося перед Новим роком побажати? Ну, дітям мені хотілося б пожелати, щоб вони отримали ті подарки, які вони очікують. Щоб вони
были гордостью нашей и нашим таким, знаете, натхнением жизненным. А взрослым хочется сказать, чтобы они помнили о том, что дети учатся на нас, на наших примерах, на примерах родителей и на примерах других взрослых, что они как губка все впитывают от нас. И мы своим примером учим их дисциплинированному поведению, правилам безопасности и вообще общечеловеческим правилам. Поэтому я хочу пожелать родителям, чтобы они были обязательными, ответственными, мирного и безопасного Нового года. Дякуємо вам і вам здоров'я міцного. Дякую за те, що сьогодні були з вами, з нами тут. І вам спасибо, приємних Марія. Свят, здоров'я, злагоди у вашій сім'ї. І вам дуже спасибо. Бажаємо всім-всім безпечних свят, льоду на річці, снігу з неба, щоб все було по-справжньому, як Новий рік. До побачення, до нових зустрічей.